В зале собрались представители сразу трех поколений – юные участники, их родители и герои видеосюжетов. Итоги работы будут оцениваться поэтапно по трем номинациям. В этот день награды получали 10 первых видеороликов. Участников церемонии награждения приветствовал глава администрации Андрей Шубин. Для всех нас важно сохранить живую память о прошлом, передать молодому поколению ценности и традиции служения Родине, самоотверженного труда, творческого отношения к работе и к жизни. По завершении конкурса в 2016 году заместитель директора Смоленской АЭС обещал, что проект будет иметь продолжение в 2017. В этом году он уверен, что конкурс имеет свое будущее. Я более чем уверен, что эту прекрасную историю города Десногорска, прекрасную историю в целом страны Росатом, частью которого мы все являемся, мы будем писать еще не один год. В этом году к проекту подключились десногорские предприниматели. Именно они утвердили призы за победу в этой номинации. Родители юных журналистов конкурса тоже непосредственные участники творческого процесса. Выражаем благодарность созидателям нашего города, нашего красивого, цветущего города. Я хочу сказать огромное спасибо госкорпорации «Росатом» за познавательный проект. Предпринимателям, спонсорам проекта «Слава созидателям» вручили благодарственные письма.